Всем здорово, друзья. Продолжаем играть за Саудовскую Аравию, Кайзер Райх. Итак, в предыдущей серии мы сделали вот такое вот здесь важное наступление в сторону Магими и отрезали вот эту южную группировку врагов от основных его сил. Они отсюда уже не смогут выбраться. Также мы пробились через Крым в Южную Украину. И вроде бы больше ничего такого особо важного не делали. В остальном стоим. Ну и тут типа окружали, конечно. Так что давайте будем приступать. А возможно, в этой серии даже получится Пруссию выбить. Ну, посмотрим. Я тут опять загрузился, подождал немного. Это с месяц, может, чуть больше. Опять русские брали отсюда все свои войска. Видите, тут стоят. Вот они немного начали сюда приводить. Ладно, здесь не буду наступать. Здесь тоже убирали, но опять вернулись. Тут будем наступать. Есть тут у меня один такой вот планец. Тоже пойти к Ростову и отрезать вот эту часть войск. Но тут я не знаю, хватит ли мне живой силы, чтобы растянуть этот фронт. Чтобы его прикрыть надежно. По идее, должно хватить. Тут пока подождем. А тут идет наступление такое автоматическое. Они здесь очень сильно уже истощились. Вот этой армии тоже можно нарисовать план. Наступление к Мюнхену. Достаточно, я думаю, Мюнхен забрать и все. Пусть немного проработается. Тут красная от этого танковая армия. У нее тоже есть проработан уже план. Можно его запускать в выполнение. Я думаю, он тут заработает. А тут некоторые дивизии еще переводил в другие шаблоны из средних ОБТ танки. Ну и пойдем. Также у нас тут исследовались атомные бомбы. Тут нужно этот мод отключить будет. Но все равно, я говорю, тут нужно производство в воздухе, чтобы их сбрасывать. А получить его весьма затруднительно. Здесь идет бои против вражеской авиации. Вот это, кстати, наши самолеты, которые мы от немцев, что ли, получили. Кстати, вижу, их уже начинают сбивать. Но я отправил их сюда, чтобы Кипр и Крит разбомбить. Не знаю, важно это или нет. Ну вот бомбят они, конечно, по авиабазе. Это они правильно делают. В первую очередь нужно авиабазу. Она здесь огромная, 7 уровня. Но она много может вмещать в себя. Вот тут, например, 5 уровня она вмещает 1000. Там где-то, не знаю, 1500, наверное, 1000 примерно. Где-то будет вмещать. Ну что, запускаем, наверное, флот пока на ремонте находится. Там еще немного осталось отремонтировать. Реакторы строю. Вдруг, всякое возможно. Лучше построить. Исследование вот так. По потерям у нас 2,4, а у русских 18,5. Если не забуду, посмотрю еще в конце серии. Да, мы тут должны прорываться. Тут я тоже хочу сделать такой котел. Я хочу пробиться, не брать Берлин, пробиться к Штеттину или к Кольбергу. И вот здесь вот так отрезать. Тут у меня достаточно много танков. Должно хватить. Поехали.
Так, давайте, ребята, посмотрим опять на ситуацию. По потерям русских 500 000, даже больше добавилось. У нас не особо. Также мы здесь добились капитуляции Южно-Германской Федерации. Да, теперь сюда бы, конечно, загнать еще гарнизонных юнитов, потому что будет восстание. Ну, тут пока вот эта армия стоит, пусть стоит. В остальном по Германии, ну, тут есть, конечно, небольшие проценты, но даже если ломается, то все равно я не использую все эти заводы. Хотя могу я это использовать. Как видите, по торговле можно вот эти отменить. Уже даже по производству идет все нормально, даже есть у нас хорошие такие запасы: 46 тысяч винтовок, 9 тысяч артиллерии, 700 танков основных. Ну, танки основные, они не сильно тратятся. Тут у нас пока что стоит на починку фокус бесконечный. Давайте я, наверное, поставлю всех под ружье, пусть у нас уже пойдет этот прирост хоть какой-то, чтобы он был, потому что, ну что, тут по производству дают всякие штрафы и на подготовку, ну и там строительство. Ну, строительство, там эти ядерные реакторы, скорее всего, они даже не понадобятся. А если и понадобятся, то они там построятся даже так. Подготовку мы не делаем, а вот людей желательно бы заполучить. Наступление идет не так, как бы хотелось, быстро, просто очень меня распыляются силы. Мне надо было дождаться сначала вот это все уничтожить, затем сюда поставить армию, вот эту желтую, чтобы она занимала позиции по ходу продвижения танков, а уже танковыми группами сюда пробиваться. Ну ничего, мы пробьемся. Тут уже получилось сделать котел. Все нормально, я там думаю, будет. Ну и русские тоже, как видите, перебрасывают сюда войска свои. Понимают, что тут есть опасность. Вот здесь, ну здесь я не знаю, как я буду наступать. Может, даже и не буду. Может, я тут стану и основные свою пехоту и танки опять переброшу сюда по морю. Можно было бы, конечно, попробовать, но нет, тут не дают нам прохода войск. Ничего, перебросим по морю. Так, здесь тоже получилось вот это окружить. Тут мы стоим, окопались, держим на себе значительную часть русской армии. Тут продвинулись, считай, на халяву почти что. Можно даже пробиваться. У русских тут не особо много войск. Здесь еще будем пробиваться нашими танками. Ну, нормально, нормально тут идет. Здесь у нас все как и обычно. Индусы что-то вот наклепали. Опять войск, я их даже не беру с собой. Хотя надо, чтобы вот здесь я даже такую делаю армию занятия областей. Прифронтовые не надо. Здесь я их ставлю, чтобы подавляли восстание. Хорошо. Ну и дальше продолжаем.
Получается нам пробиться к порту Штеттина и захватываем мы также Померанию. Получаем тут все эти заводы и верфи. Но нам, конечно, не верфи тут нужны. Нам главное то, что мы отрезали вот эту вот группировку от восточных сил. Тут, я вижу, прикрывают только одни русские. Что мы сейчас будем делать? Сейчас, наверное, нужно немножко подождать, пока они... По идее, они должны сейчас начать пробиваться. Но хотя это не считается за котел, это просто у них здесь есть еще два порта, три даже, через которые они могут и привозить войска, и там припасы перевозить туда-сюда. И, ну, так мы их пока что не окружили, скажем так. Это просто первый шаг к окружению. Дальше что нам нужно сделать? Дальше нам нужно, наверное, просто подождать, пока все наши войска не станут на свои позиции. Тут, как видите, опять сбивается все. Вот, например, дивизия одна. Все дивизии, короче говоря, переписались на этот фронт. Поэтому такое бывает, когда формируется, разделяется один фронт на два, сразу большая часть дивизий какой-то из этих фронтов переписывается зачем-то. Так, что у нас здесь? Здесь мы чуть-чуть пробились наверх, но не особо нам это получается хорошо, так как у врага здесь все еще большие силы есть в наличии. Не так-то это просто сделать, так как танков у нас тут нету, по сути, только живая сила, но против другой живой силы, которая защищается, естественно, это немного сложновато такое наступление вести. Вот здесь мы слишком далеко пробили, здесь вообще дыра. Зачем? Зачем прикрывать? Вот надо откуда-то, черт знает откуда, вести войска, когда тут есть войска. Давайте вот так вот немного переведем сюда. Вот здесь достаточно успешно выступаем. Тут Центральная Азия вообще пробились, прорвались. Тоже не ожидал такого. Тут тоже наступаем, но немного застопорилось наступление, так как здесь много гор обычной пехотой. Но тут в основном такая всякая индусская, она не особо хороша. Но даже вот здесь в горы пробились наш. Как-то, не знаю как, но... Пробились они сюда. Это мало что нам, конечно, даст. Ну, что-то даст. Отправил сюда флот. Вот он уже вступает в бой. Где наши авианосцы? Понял? Это должны быть наших два авианосца. Тут просто сильно растянут флот. Считай, половина Индийского океана. Ну, это уже они сейчас должны, наверное. А, у них вообще стоит не вступать в бой. Гениально просто. Бомбят наши бомберы. Выбивают вражеский аэродром. Возможно, когда-нибудь они его и выбьют. Тут эсминцы у нас действуют. Думал, куда отправить нашу морскую пехоту, но, наверное, пока пусть стоит здесь. Тут пытаться вот так пробиться. Можно еще к Любику пробиться, к Килю. Вот эту часть отрезать, уничтожить ее, затем пойти сюда, закрывать. Правда, еще не знаю, что с остатками делать. Или их сюда внутрь пускать, или вот сюда сразу. Вот тут пробиваться тоже к Данцигу. И еще один котел делать. Наверное, лучше сначала вот здесь. Росток, городу Росток пробиться, а тут через Киль, может, мы, ну, правда, тут река. Я просто не знаю, смогут ли наши вот здесь удержаться, надо все их возвращать обратно на эти позиции вручную. Как же это неэффективно. А тут, наверное, сократим фронт. Тут у нас вот эта оранжевая армия стоит. Прикроют. Ну, давайте я сейчас сам отыграю немного. Потому что сейчас тут не будет наступления. Тут будем пока закрепляться на тех позициях, которые у нас есть. Попробуем их удержать. Вот с этой точки можно продолжить запись, потому что, смотрите, вот здесь я тоже такие локальные наступления веду. Здесь можно пробиться к этому порту и вот тут взять группировку «Котел». Тут можно наступать. Здесь у меня сформировалась такая достаточно... Сказать бы надежно, я хотелось бы назвать эту надежной группировку, которая сможет защитить эту линию. Хотелось бы это сказать, но я не могу пока это сделать. Мне кажется, не особо она надежная, тут у них сила еще будь здоров. Но зато вот тут получилось вообще без проблем перейти через реку, у них никакой защиты тут нормальной не было. Захватили мы тут достаточно хорошую такую группировочку в Гамбурге. Окружили, на Киль идем тоже без проблем, тут продвигаемся. Киль — это, кстати, столица государства Ганновер было когда-то. А тут можно и Росток взять, наверное, без проблем. И тогда это уже будет точно окружение. Кстати, да. Ладно, будем работать в этом направлении. Тут выровнял линию. А здесь... Стоп, я красным. А, я не приказал остановиться. И продолжают атаковать. Тут тоже нужно выровнять просто линию. Здесь даже не буду соединяться, пусть будет так. Тут тоже все остановил. По потерям русских уже 20,5 миллиона. То есть они 2 миллиона потеряли. Все равно полтора значится. То ли они отсюда не идут. Пол, ну, в части, которые находятся на поле боя. Также здесь происходит сражение. Топим небольшие вражеские флотилии. Так, здесь уже все по нулям. Значит, флот можно переставить дальше, на дальнейшие позиции. Мне кажется, русский флот либо он где-то далеко в портах своих стоит.
Ну, так тоже нормально, почему бы и нет. Можно его сюда отправить, попробовать за конвоями поохотиться. Здесь, например, не сопровождать конвоя, поставить на охоту. И также по производству, наверное, нам пока хватит крейсеров, тех, что есть. 24 штуки, да, я думаю, пока что хватит. Давайте подлодок наделаем. Вот такая вот у нас получилась расстановка верфей. Поставили их всех на Хиджаз. Когда тут сформируется штук 20, сделаем флот и отправим в Средиземку. Ну и в другие части можно попытаться немного поохотиться, когда на них начнутся авианалеты, затем прекратить это. Ленд-лиз нам предлагает ленд-лиз. Там, наверное, какие-то, без понятия, что это такое. Не знаю, не написано. А, оружие 3. Ага, у нас уже, видите, было 40 тысяч, уже минус 200. То есть вот так вот оно идет. Ну, блин, что тут не поделаешь, надо вот так вот ставить, чтобы побольше производилось, закупить ресурсов, ну и все, тут оно сейчас нормально становится, не проблема. А тем временем давайте продолжать наступление.
Ну что ж, ребята, давайте на этом будем заканчивать серию. Что нам получилось в этой серии добиться? Начнем с востока. Получилось вот здесь продвинуться, вот от этой реки, сюда, здесь вот линии нашей укрепления, вот сюда. Тут нас немного отбросили опять назад, но ничего страшного, нам главное удержать эту линию, и думаю, мы это сделаем. Здесь также нам получилось очень неплохо вот понаступать, вот все, что выделено рамкой здесь было захвачено. В районе Южной Украины нам, ну, тут мы не особо наступали, тут в основном оборонялись. У них тут сильная группа войск, то есть, ну, хорошая у них защита. Тут в основном они атаковали, а не мы. Также тут получилось под конец еще один котелочек сделать. Ну, почему бы и нет? А раз есть возможность, давайте будем их делать. Так, думаю, намного проще воевать, намного быстрее. По Германии тут получилось очень большие, наоборот, котлы сделать. Большое количество вражеских войск мы уничтожили, взяли в плен. Уничтожили дивизии, людей взяли в плен. Жаль, их нельзя использовать в качестве, ну, каких-то дивизий особенных из военнопленных, желающих сотрудничать. Ну ладно, тут мы пробились, взяли Данциг. Из немецких городов тут еще Кёнигсберг остался. Ну и дальше открыт путь в Литву, а дальше и Россия, и Беларусь, и тут. В следующей серии будем наступать. Тут тоже есть котелок еще один, который мы закроем. В остальном больше ничего такого вроде как особенного не происходило. Немного повоевали в Индийском океане, уничтожали вражеские корабли. Также вот здесь я заметил, что Инсулиндия исламская почему-то вступила в войну, не знаю, то ли она объявила войну, то ли это русские объявили ей войну. А вот я недавно только заметил, вот когда смотрел, что тут у нас вообще происходит, как у нас дела, и заметил, что они воюют, оказывается. Ну ладно, еще, кроме Инсулиндии, вступила в войну Мали, как видите, страна, чье название называть нельзя, потому что YouTube не поймет, скажет, что я расист. И также Сьерра-Леоне. В следующей серии, думаю, мы уже захватим Прибалтику. Думал еще насчет высадки где-то в район Хельсинки или в район Ревеля. Но что-то мне кажется, если я сюда направлю флот, его тут быстренько вражеская авиация оформит. Тут не показано, сейчас я еще вот так перезагружался. И да, ну тут есть авиация, есть истребители, которые уничтожают бомберы чьи-то. Канадские, наверное. По-любому здесь есть и морские бомберы, которые будут уничтожать нам флот по авиации. Ну да, 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 меня тут штурмуют, я это знаю, я это понимаю. Единственный шанс это исправить, это начать производить ПВО средства. Вот такие вот. Они дешевые достаточно. Можно их и наделать, и в качестве средства поддержки добавить. Например, не знаю, вместо обычной артиллерии поддержки добавить эти. Плюским ресурсом, видите, это получается одно и то же. Да, падает атака, падает защита. Но получается воздушная атака вместо нуля становится вот так. Но если так менять, то нужно 1000. Ну, я начну производить, я сейчас добавлю. Хотя бы в танковые войска. Давайте добавим пехоту. Вот такое, пехота, я думаю, не сильно страдают. А вот танки от штурмовиков все же страдают. Между сериями закрою вот этот котел, закрою вот этот котел. Тут войска пусть подойдут. Хотя не, я тут буду потихонечку наступать, но почему бы и нет. Ладно, ребят, на этом все. Всем спасибо, что смотрите. Всем пока и до новых встреч.